Она уже, да, она уже давно лежит. Не знаю, боишься, нет? Нет. Мама начинает бояться, когда ребенок начинает плакать. Еще, девочки, вообще малыш, когда вот я сейчас приложила, почему он так шевелится, потому что он долго лежал в одной позе. И когда мы с одной на другую меняем, кровь начинает перебегать по другим венкам, и он начинает, знаешь, как-то начинает жужжать, там, покалывать, да. И пока он проедет, когда мы одни снимаем дома, вот этого покалывания не будет, очень легко переводится в эту позу, вообще, ну, моментально буквально. И сделать это очень просто на самом деле, потому что у нас недолго бы лежал внутри. Чего здесь надо? Да, чтобы было. Нам сейчас главное зафиксировать голову, да. Вот. Все. Будем снимать вот здесь на фоне. Смотрите, девочки, я снимаю отсюда, резкость по вот правому глазику. Если я буду снимать портрет отсюда, то резкость будет по этому глазику. Я снимаю отсюда, резкость по этому глазику. Сейчас я скажу настройки. Так, я, наверное, 2.0 поставлю. А? Нет, не заваливаем. Всегда я начинаю с пуфика и потом перекладываю. Потому что на пуфике это меньше всяких пертурбаций малыша. Она спит, засыпает спокойно. Девочки. То есть она, ну, малышка засыпает, малыш где там, ну, малышок наш засыпает, потому что все остальные позы, они достаточно сложные.